Болельщики шумят, болельщики свистят. Волочко. Падает Волочко, и пенальти зарабатывает белорусский полузащитник. Спорят футболисты Иртыша. Что там произошло? Вот, может быть, с этого повтора мы поймем, что было. Да, зацепляет. Цепляет за ногу Волочко. И повтор момента с голом. Да, видим, что Шахметов развел нам. Спасибо режиссеру трансляции за этот повтор. Шахметов забивает свой третий.